Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать вот такой мой заказ с сайта Фармакосметика, а также рассказать об одной марке, которую я покупала еще весной, которая мне очень-очень-очень понравилась. Для тех, кто считает, что везде у меня реклама, давайте с вами встретимся в следующих видео. Спонсор показа мой муж. Так, значит, давайте начнем с распаковки. Значит, заказ, вы знаете, что я очень люблю этот сайт, но я ловлю там скидки, всегда ловлю там скидки, и по скидкам покупаю, я там подписана на всякую рассылку, мне приходит 500 миллионов писем от этого сайта постоянно, то у них там ночные распродажи, то такие, то такие, в общем, постоянно там я заказываю. Вот так вот все хорошо упаковано. Они всегда, на самом деле, хорошо упаковывают. И я беру доставкой Боксбери. На дом мне не привозят. Ну, в общем, до пункта выдачи и приезжаю, забираю. Так, бумажки, бумажки, бумажки. Начнем со средств по уходу за волосами. Я уже как-то... Они пришли вот в такой пленочке. Вот, я уже как-то... говорила, что я очень люблю марку Олин. Несмотря на то, что я периодически, бывает, все-таки покупаю еще что-нибудь так для разнообразия, но в основной массе мой уход за волосами от марки Олин. Мне как-то писали, что не нравится марка Олин, но у каждого свой тип волос, да, свои требования к шампуням и бальзамам. Вот, мне очень-очень нравится. Еще... это считается профессиональная косметика. И, соответственно, вы должны выбирать по типу кожи, волос и по проблеме. То есть, если у вас жирная кожа головы, и вы выбираете супер увлажняющий шампунь, понятное дело, он будет пачкать вам волосы. Так, значит, взяла я вот такой тонизирующий шампунь с экстрактором пурпурного женьшеня. А почему я такой взяла? А, препятствует выпадению волос, стимулирует их рост. Решила, наверное, попробовать. Хотя у меня волосы не выпадают, но я не знаю, а почему я такой взяла, девочки? Тонизирующий шампунь. Ну ладно, пусть будет. Беру я в основном вот такие вот литрушечки, здесь 750 миллилитров. Обожаю. Единственное, что вот эта упаковка достаточно хрупкая. Об этом даже на сайте написано, что имейте в виду, когда вы заказываете. И взяла вот такой вот восстанавливающий кондиционер для волос. Это какая-то новая линейка, насколько я поняла. Значит, с шелком, с протеинами шелка, плотность, выравнивает структуру, шелковистость и блеск придает. Волосы становятся более крепкими, в том числе сильно поврежденными. В общем, решила вот такой. Это новая линейка, я так поняла, девочки. Вот такой. Ссылочки вам все оставлю. Еще раз повторюсь, заказываю на Фармакосметике. Если вы где-то находите дешевле, то, пожалуйста, все цены можно посмотреть, перейдя по ссылкам. Если вы перейдете по ссылкам, мне никакие деньги мне за это не капнут. Не переживайте. Так. Значит, заказывала вот это я со скидкой 40% Олин марка была, да. Кстати, на марку Олин в последнее время достаточно редко бывают какие-то скидки. Также я заказала вот такие тканевые масочки попробовать. Это, по-моему, Корея. Да, корейские. Здесь такой смешной человечек, и сзади тоже такие смешные человечки. Здесь 7 масочек, упаковка вот такая. Ну, я уже бросила. Решила, что вообще я люблю тканевые маски, особенности летом, поэтому да. Так, также я как-то вам рассказывала, что мне очень нравится уход за лицом. Так, мне 38 лет, и у меня сухая кожа, несмотря даже на то, что вы видите блеск на моем лице. Это исключительно... Кстати, вот это вот у меня сейчас SPF крем придает мне вот такой блеск. Ну... да ладно, я все равно дома. Ну, как дома, я же хожу по участку подачи. Ну, по участку хожу, там что-то делаю, поэтому наношу солнцезащитный крем. Так, я говорила про марку Аравия. Есть
Arabia Professional, а есть Arabia еще кто-то там. Вот мне нравится Arabia Professional. Средства по уходу за волосами мне не понравились, я признаюсь честно. Мне очень нравится вот эта маска с муцином улитки. Также у них есть еще ночная маска. Тоже очень классная, большой объем. Напоминает мне чем-то крем с авокадо от Holy Land. Что-то очень похожее есть. В общем, снова заказала себе вот такую масочку. Давайте я вам открою, покажу, как она там выглядит. Вот такая, она как крем-гелевая такая. Для сухой и зрелой кожи лица. Ну, обычный косметический у нее аромат. Ничего такого супер особенного. С муцином улитки вот это вот очень классно увлажняет, напитывает. И за счет хорошего увлажнения и питания кожи она получается как такая, знаете, прям упругая такая. Очень классная. Вот девочкам с возрастной кожей, с сухой кожей я прям рекомендую. Вообще марка Arabia меня покорила. Не все продукты мне понравились. Мне не понравились пенки для умывания. Ну, они просто какие-то слишком уж. Вот. И еще, то есть слишком уж, правильно сказать, мягкие, вот так вот. То есть я как бы обладатель сухой кожи, я не люблю сильно агрессивные пенки для умывания, но эти уж прям, ну, слишком. Не знаю, они умывают вообще что-нибудь? Ну, как-то они не понравились. От Коры гель для умывания понравился больше. Так, и заказала на пробу сыворотки. Очень тоже хорошие, я рекомендую. Единственное, что сыворотки, вот если брать крем для лица и сыворотки, вот по отдельности не очень, но если вы используете сыворотку и сверху запечатываете ее кремом от марки Arabia, любым, да, ну и, соответственно, сыворотку по типу вашей кожи, то получается такой прям вау-эффект, реально, мне очень нравится. Единственное, что тоже вот у меня есть претензия, как и к белорусской косметике, это ну прям вот слишком расписано, то есть вот сплэш-сыворотка, лифтинг-эффект, ну нет. Конкретно вот эту, кстати, я не пробовала. 3D лифтингового ухода за кожей, лица и шеи на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Ну, прям все нанесете и прям минус 40 лет. Ну, нет. Но очень хорошо напитывает, действительно разглаживает кожу. Причем такой имеет накопительный эффект. Не то, что вы там нанесли, у вас кожа разгладилась, смыли, и у вас опять все поплыло. Нет. Действительно, со временем, чем дольше вы пользуетесь этой косметикой, тем лучше, лучше, лучше становится ваша кожа. Очень нравится марка Arabia, прям огонь. У них там большая линейка. Ну, там на любой вкус и цвет можно найти. То же самое касается Olin. Все это российская косметика, и я считаю, супер косметика. Так, насчет корейских масочек не знаю. Я вот вообще такие первый раз, кстати, увидела. Вот такие вот, с таким смешным человечком. Не знаю, попробуем. Насчет тканевых масок хочу очень похвалить. Девочки, кто едет в Крым, вот прям берите пачками, потому что на Wildberries данные маски стоят каждая по 200 рублей. Я там ее купила, она не стоила 100 рублей. То есть в два раза дешевле в самом Крыму. Увидите где-то вот эти вот, это называется формула здоровья сакской грязи. Вот так вот марка называется. Я вам оставлю ссылку на Wildberries. Посмотрите там вот эти вот маски. Очень, они прям огонь, девочки. Очень мне понравились. Я считаю, что просто супер. Я вообще пожалела, что слишком мало косметики крымской я набрала. Надо было прям чемодан вывозить. Также я хочу познакомить вас. Ну, вы, возможно, знакомы, вот. Но хочу вам похвалить тоже одну косметику. Это корейская косметика, в том числе тканевые маски этой косметики. Называется она Max Clinique. Вот таким вот образом. Вот я тут сохранила еще одну. И есть у них такая темно-темно-фиолетовая такая упаковочка маски. Они тоже, на самом деле, не дешевые, стоят что-то там 200. Но по акции их можно... Я покупала в магазине Ревгош весной. По акции их можно купить. Идут в коробке там 3 штучки, по-моему. Слушайте, не помню, сколько они стоят. Но надо ловить акцию в магазине Ревгош. На Wildberries они стоят дороже, на фармакосметике тоже дороже.
Поэтому выгоднее всего он получается на RevGosh. Я вам оставлю ссылку на магазин RevGosh. Посмотрите, очень классные маски. Чуть получше, чем вот эти, на самом деле, потому что я вот не зря их оставила, вам похвалить хочу, потому что очень они по действию. Единственное, что вот здесь лекало такое странное, большой такой вырез для глаз, для рта такой прям огромный. Вот. Но во всем остальном маски классные. Такая сыворотка содержится в нем и прям очень хорошо напитывает, разглаживает. Вот это то же самое. Но вот эти вот имеют такой более антивозрастной эффект. Вот эти масочки от марки Max Clinique. Вообще от марки Max Clinique я много что уже попробовала. Хочу вам похвалить одним продукты, которые вот я покупаю второй раз. Это вот такой гель-тонер. Он действительно внутри в виде геля. И наносить его нужно, то есть помпой нажимаете на руки и разносите. Работает наподобие увлажняющей сыворотки. Я использую ее днем под крем, как увлажняющую сыворотку, представляете? Действительно, очень хорошо увлажняет кожу. Вот такой розовой упаковочки. Там есть для жирной кожи, по-моему, еще. Ну, в общем, посмотрите, перейдете по марке, посмотрите, какие у них там есть продукты. И также я покупаю второй раз уже вот такой вот тоник. Это, по-моему, с витамином С. Честно, я выкинула все вот эти коробочки, но в любом случае ссылку вам оставлю. Календула тоник с календулой. Очень тоже классный. Прямо вот возвращает комфорт кожи после умывания, после скрабирования, не знаю, после чисток каких-то. Прямо вот супер. Я уже вот столько использовала. Это моя вторая бутылочка. Рекомендую тоже от всей души. Тоники вот эти вот. И вот этот в виде геля. Реально как сыворотка. Очень классная вещь. Также единственное, что у меня претензия к этому продукту, потому что он очень быстро заканчивается. Это вот такой, как это правильно назвать, масло для снятия макияжа. То есть вы его наносите на ручки, да, распределяете, плохо снимает тушь, но все остальное снимает вообще на ура, кожу прям чистит до скрипа и при этом не пересушивает, что самое главное. У меня вот такое вот, блин, коробочки все, какие-то с витаминчиками, марокканский голубое масло, в общем, что-то в этом духе, если я правильно читаю по-английски. Вот, потом вы добавляете немножечко воды, все это вспениваете, и все. Но единственное, что плохо смывает тушь и водостойкие подводки для глаз. Все остальное снимает очень хорошо, даже водостойкую помаду хорошо снимает. Но вот с тушью и подводками как-то не очень. И быстро заканчивается, реально очень быстро заканчивается. Не знаю, повторю я или нет, но как умывашка средство классное. Так, и хочу похвалить вам еще два продукта, тоже от этой марки, которые вообще обалденные. Значит, вот такой вот крем. Я использую его как ночной крем. Вот я только не помню, это ночной крем или не ночной крем. Но он такой достаточно плотный, густой. Вот так вот выглядит упаковочка. Значит, здесь вот он такой прям... Не то чтобы жирный, он очень плотный такой крем. В качестве дневного для меня слишком, даже для меня сухой кожи. Видите, он такой прям плотный. И он, ну, блестит, да, на коже. Для сухой кожи, для возрастной кожи он будет идеальный. Он прям восстанавливает кожу, прям напитывает. Вот, я не знаю, я... Прям в диком восторге от него. Вы утром просыпаетесь, как будто вы вообще всегда высыпаетесь, всегда много отдыхаете. Знаете, прямо такая очень красивая кожа у вас получается. И также средства для области вокруг глаз от этой марки. Я могу сказать, что от марки Aravia крема для области вокруг глаз
ну, такие, в них всегда что-то не хватает. Либо более хочется более напитанности, да, чтобы давали более питательный крем, либо больше увлажнения. Ну, вот как-то что-то вот чуть-чуть, но не хватает. Здесь он идеален во всем. Тоже достаточно плотный. Я его использую также на ночь. Кстати, вот эти средства не дают отеки, ну, по крайней мере, на моей коже. Вот, и он тоже такой, тоже достаточно плотный, такой, но не лежит маской. Очень хорошо эти крема впитываются, ну, блеск оставляют, видите? Вот, видно, да? Блеск оставляют, но питают, увлажняют просто на ура, девочки. Я вам рекомендую. Я покупала в магазине Rive Gauche. Почему? Потому что там были они со скидкой 50%, и это дешевле, чем... Ну, вот я смотрела на той же фармакосметике или на том же Вальберес. Поэтому вот эти средства и особенности вот это я вам рекомендую тоже от всей души. Ну, и маски, девочки, вот эти вот крымские маски, я вам могу сказать, ну, вот они чуть-чуть уступают вот этим от Max Clinique, чуть-чуть. Вот эти стоят дороже. Поэтому прям, ну... Здесь прям лифтинг эффект, а это омолаживающее, ну, не совсем прям омолаживающее, но очень хорошо прям напитывают, увлажняют, кожа такая прям, знаете, такая, и цвет более ровный становится, она прям такая холеная становится, знаете, очень классно. Девочки, увидите, прям рекомендую, мне очень понравились, вот. Ну вот, наверное, и все, что я вам хотела рассказать про уход, надеюсь, что вам было интересно. Кстати, в этот раз у меня никаких подарков от фармакосметики нет, от слова совсем. Ну, и ладно. Обижаться не будем. Вот. Потому что была скидка. Здесь была 50%. На Улин было 40%. Да. Вот. Так что это все, что я хотела рассказать. Ссылочки вам оставлю. Надеюсь, что вам это видео было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте вот этому котику. Ставьте этому котику лайки. Да? Оставляйте свои комментарии, насколько красивый этот котик. Вот. Всех люблю, целую, до новых встреч.